Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. Ипотечная корпорация приглашает на экскурсию. У кировчан есть возможность посетить строительную площадку дома по улице Орджоникидзе, 2Б. Это 15-этажный каркасно-монолитный дом с утепленным фасадом. В шаговой доступности детский сад, две школы, детская и взрослая поликлиники, сообщается на сайте КРИКа. В продаже как стандартные однокомнатные квартиры, так и квартиры-студии площадью от 37 квадратных метров. Экскурсия бесплатная, на ней можно ознакомиться с ходом строительства, удостовериться в качестве материалов и исполнении работы, а также получить консультацию менеджера по вопросам приобретения. На объект будет организована доставка от центрального офиса ипотечной корпорации на улице Ленина. Экскурсия пройдет 30 мая. Для ее участия необходимо записаться по телефону корпорации. Дайджест недвижимости. Оформить ипотеку можно дома. Новую услугу – вызов консультанта по оформлению ипотечного кредита в любое место и время – предлагает компания «Укса Витек» совместно со Сбербанком. Для этого необходимо обратиться с заявкой в отдел продаж «Укса Витек», подготовить документы для ипотеки и выбрать время и место, куда приедет консультант банка. О статусе заявки можно узнать у специалистов отдела продаж «Укса Витек». Дайджест недвижимости. По данным информационного агентства Роснет.ру, в апреле минимальная цена предложения на первичном рынке Кирова составила 30 тысяч рублей за квадратный метр. Максимальная 58 300, средняя цена квадрата 42 689 рублей. Это на 0,2% выше уровня марта. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.